Ты вышел. Бублик, сбивоясничай здесь. Сейчас Галину Васильевну сюда позову. И директора. Вот так будешь сидеть перед ними. Давай, выходи. Нет. Давай, давай, иди. Гуляй. Ну все, 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 все. Сейчас я позвоню. Сейчас смешно будет. Давай, чепихайте меня. Идиот просто. Вышел из класса. О, все, вы доиграли. Все, все. Я сказала, вышел с урока. Я тебя не пускаю в урок, все. Чел-то... Кто такая здесь, чтобы мой телефон... Это называется наш? А ты кто такой, чтобы меня снимать без моего разрешения? Чтобы... Вышел. Нет. Выйди с урока. Не трогайте, у вас никому гоняют. Да. Ты что, папа обалдёлся? Вообще обнаглел. Закрой дверь. А вы-то что смеетесь? Вы что смеетесь? Он надо мной издевается, он, они смеются. А что, а что нельзя, что? Я тебя не пускаю на свой урок, все. Ну, ладно, ты не мешаешь вести. Закрой дверь, я тебя не пускаю на свой урок. Забирай свой телефон и уходи отсюда. Гуччи Дэн здесь. Все, иди. Все, у меня есть доказательства. Да, встретишься в суде. Да, я вижу в суде. Я с тобой связываюсь, слушаю в первую очередь, а не за меня. Смотрите, он заходит, наблюдайся. Вообще, обнаглел. Тихо, ты мой зал просто. Да и снимает меня, без моего ведома. Ну, вообще, по факту, это общественное место. А вы смеетесь. Смешно, как издевается, да? Смешно, Смирнов. Вообще-то смешно. Да, закрой дверь, сейчас. А я смеялся, вы на меня смотрели. Да, смешно. Ну, как какой-то 14-летний издевается над 50-летней женщиной. 50. Закрой дверь. Потому что вы кидаетесь на меня драться. Я не кидаюсь на тебя драться, я тебя взяла под локоть и вывела из класса. Вы вообще тоже не имеете права. Вообще. А ты не имеешь права тоже так разговаривать со мной. Как я с вами разговариваю? Все, закрой дверь. Все, разговор окончен. Заходи. Я еще на раз напишу заявление на тебя. Пусть мама ходит по полиции. Пожалуйста. Все. Кривляйся что, дальше. Заявление. Кривляйся дальше. Вы вообще понимаете? Сейчас я разборку начинаю, короче. Вы не имеете права меня выгонять с урока. А вообще. Ты мне мешаешь, я тебе раз. Каким сказал, образом? Доказательства делаем. С кем я разговариваю? Ну вон, с девчонками разговариваю. Где вы тут девчонок, видите, это шкаф. Выйди, это мне, ты мешаешь вести урок. Нет, бред, по факту скажи. Так, я пошла с Галиной Васильевной. Пойдемте, я с вами даже скажу. Не надо. За мной ходить. Я сказываешь. Ты дай забьем, можешь включить выгонять из класса? Не может. Дэн, короче, ну так вести. Ну да. Ой, ты меня запечатлил? Учитель, не имею права выгонять из класса урока или не